Сны эти снова не дают мне покоя. Каждую ночь они приходят ко мне и зовут. Цветные. В сочных, как кровь, красках. Они будоражат, взрывая пьянящей дрожью все тело. Они вдохновляют. Я вижу женщину. Она жаждет блаженства, каковое не испытывала никогда прежде. И я дарю упоение каждой частичке ее души и тела. Всем привет. Доброе утро. Здрасте. Покрасьте. Привет. Лёсь. А? Потап просил зайти, как появишься. Он тебя ждет. Нравится имя Егор? Сань, вы где-то вместе были? Настроение во. А мне нравится имя Егор. Он же Гога, он же Жора. Он же расписной болван. Лёсь, ты чё? Ты долго так будешь стоять? Лёсь, что случилось? Ничего! Люсь, Лёша с тобой поговорил? Разрешите? Простите. Сергей Александрович? Я? О, прошу прощения. Извините, у меня срочный вопрос просто. Да, пожалуйста, проходите. Прошу вас, присаживайтесь. Вы же меня извините, дело в том, что полно работы днем и ночью. Марина. Людмила. Людмила. Людмила Сергеевна, прошу прощения. Да, что у вас? У вас галстук. О, извините. Так что у вас? Вот. Что это? Заявление? А почему не по форме написано? Ну, надо, перепишу. Не надо. Ну, жаль. Очень жаль. К сожалению, с сегодняшнего дня подписать никак не могу. По закону вы должны еще отработать месяц. После подачи заявления. Ну, хорошо. Так и быть. Я пойду вам навстречу. Даю вам 2 недели. Спасибо. Заявление тогда я сам отнесу в отдел кадров. Угу. Разрешите? Что? Идти. Куда? Дорабатывать 2 недели. Конечно.
Свет! Просил же никого не впускать. О, Людмила Сергеевна, покидаете нас. Так точно. Понимаю. Значит, борьба с преступностью не ваш конек. Понятно, понятно. Куда направите ваш недюжинный талант? Знаете, вас это уже не касается. Я думаю, более правильное, а главное, более оплачиваемое русло. Не зря вы здесь с женами старших начальников подшаманиваете. Может, на телевидение пригласят. Вы, если что, зовите меня. Буду ведущим. С вами не сработаемся. Я тебя Танька позову. А, это правильно. А куда вы уходите-то? Вы еще на службе, вас никто не отпускал. Угу. Пойдемте-ка поговорим, что? Людмила Сергеевна. Куда мы едем? Сама сейчас все увидишь. Иди сюда. Ой, красавчик. На-на-на. Красавчик. Вот, знакомьтесь. Это Вика. Здравствуйте. Здрасте. Он мне звонил. Это хорошо. Она тебе сама все расскажет. Пожалуйста. Я психолог. У меня свой салон. Я веду прием людей, которые нуждаются в психологической помощи. Пару недель назад ко мне пришел мужчина, представился Андрей Романович. Попросил помощи, сказал, что у него навязчивые сны. И знаете, у него очень образная, красивая речь и голос такой низкий, я бы сказала, гипнотический. Он начинает мне рассказывать все эти сны в таких красках и страшных подробностях, что в какой-то момент я просто испугалась и дала послушать эти записи Марине, моей близкой подруге. 5 лет тому назад в Москве объявился маньяк, хулиганил, потом пропал куда-то. А, и эти сны полностью повторяют почерк убийц? А вы хотите сказать, что это все не сон? Камеры наблюдения в салоне есть? Да нет, конечно, люди приходят, они хотят остаться инкогнито. Аудиозаписи ведете? Нет, да. Нам бы их послушать. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. У нас говорится, если что, Андрюха прикроет, да? Глаз не сомкну. Не пугай ты людей, что ты делаешь. Ладно, пойдем, Люся. Готовить умеешь? Угу. И чем стоим? Время обед, а мы еще не ели. Ну что, проблема решена. Ты мне веришь? Леш, прости, пожалуйста. Не, просто Марина хотела тебе позвонить. А я подумал, ну, это неправильно. Ты меня понимаешь? Че видела? Подвал. Скальпель и... Скальп снимал. Индеец, что ли? Леша, какой индеец? Не похож он на индейца, знаешь ли. Саня. Да. А что у нас по Вике? Номер звонившего я пробил. Но он левый, не зарегистрированный. Звонил он только Вике из разных районов города, так что выделить определенный участок не представляется возможным. Хорошо, а сам аппарат? Похоже, он вынимал симку и батарейку, так что аппарат становится невидимым. Понятно. Коль, что у тебя? Алексей Иванович, вот собрал. Здесь все, что известно о его жертвах и почерке преступлений.
Да. Есть. Алексей Иванович. А? Титаник вызывает на совещание. Дальше идет зона без камер примерно с полкилометра. Проследить его не удалось. Мы отсмотрели камеру по периметру возможного выхода из зоны. Но он словно испарился. Значит, он выезжает из этой зоны на своем автомобиле. Сколько раз он бывал на сеансах у Виктории? Дважды. Вот, ей-богу, смешные. А где же он оставлял свою машину? Такси. Фоторобот составили подозреваемого? Да, художник работает с Викторией. Да, Вика рассказывает, что он не старше 40 лет, рост примерно 1,80 м, худощав, без особых примет, усики, бородка, иногда носит очки. Скажите, имеет ли смысл искать подозреваемого в кабинете, где принимает Виктория? Не думаю, он был там 2 дня назад, а зная Вику, она такая чистоплюйка, там кабинет убирается 2 раза в день. Понятно. А что нам известно по предыдущим преступлениям? Значит, у нас 7 жертв, которых мы знаем по почерку преступлений. И все они внешне похожи между собой. А Виктория? Ну, Виктория, она полностью подпадает под характеристики предыдущих. Все жертвы найдены в разных районах Москвы. Они изуродованы, обнажены и скальпированы. Ну, что же, скальп, что ли, собирает? Да, и по заключению медэкспертов, он убивал его в другом месте. В подвале. Спасибо. Может быть, он живет в загородном доме? Извините. Понятно. Ну и как планируете действовать? Можно? Ну. Завтра в 8 часов он будет в Виктории. Отлично. И что же вы молчали-то? Тогда будем брать на живца. Подождите. Это еще Вику нужно уговорить. Она просто в полной прострации находится. Мариночка, я думаю, что вы справитесь. Поговорите с ней, объясните. Используйте свои женские чары. И скажите, что она будет в полной безопасности. Если мы его не поймаем, для нее это обернется трагедией. Он выбрал жертву и уже не отступится. Ну, что ты хотела, ты, Марин? Люсь, помоги мне, пожалуйста. Я очень тебя прошу. Я не знаю, как ты это делаешь, но ты же правда какая-то особенная. А Вика, она просто единственная моя подруга и самая близкая со школы. Марин, все, да. Успокойся. Прости. Я обещаю, я сделаю все, что в моих силах. Спасибо. Может быть, едем куда-нибудь? Прости, пожалуйста, я сегодня не могу. Да я понимаю. Ну, до завтра. Да. Спасибо за понимание. Давику. Тихо, я ничего не понимаю. Что рассказать? Милая, все хорошо. Давай, ты сейчас успокоишься, а я просто к тебе приеду. Леш, поехали быстрее, пожалуйста. Там Вика в истерике бьется. Андрюш проболтался в деталях, что ей нужно будет делать завтра. И про маньяка все рассказал. Теперь успокойте ее. Не, может, Люсь, ты с нами? Я не могу. Меня Марта попросила очень приехать, у нее там вечер какой-то богем. Давай, я тебя подвезу. Да нет, она водителя уже прислала, не переживай. Поезжайте. Хорошо. Все. Поезжайте. Спасибо.
Варь, это я. Стой, подожди. Да пусть Егор, пусть Антон, Эдгар, Ефим, Анапис, я не знаю, любое имя. Варь, с тобой все в порядке? Вечеринка манифик. Манифик. Я рад тебя видеть. Спасибо. А мы пока еще пойдем прогуляемся. Ты мне что-то покажешь? Хорошо. У меня всегда есть тебе что показать. Тебя заждалась. А я заработалась. Нравится? Да. Это же просто высокая мода. Да. Так, знаешь, все элегантно. Настоящее искусство. Это есть вообще можно? Угощайся. Спасибо. А где Макс? Макс где-то здесь. Развлекает свою француженку. Елена вернулась? Да. И не просто вернулась, а сразу же взяла его в оборот. Я думаю, что в ближайшее время она добьется своего. Что, кстати, для Макса хорошо, я считаю. Да? Угу. Не знаю, мне показалось, она его уже затерроризировала своим темпераментом. Элен очень непростая девушка, очень. При всем при том, что я неплохо разбираюсь в людях, я далеко не сразу раскусила Элен. Она очень непроста. Да? Так, на. Клади сумочку. И угощайся. Это очень вкусно. Спасибо. Добрый вечер. Эдик, добрый вечер. Люсенька, познакомься. Это Эдуард Борисович Паньков. Очень известный художник. Очень известный. Просто очень известный художник. Очень приятно. Какая у вас мощная энергетика. Вы угадали. Обычные люди этого не чувствуют. Люсенька, а Эдик каждый год посещает ашрамы Индии, Непала. Он занимается медитацией и всякой эзотерикой. Да. Как тебя называют местные монахи? Патипа Патата. Акуна Матата какая-то, я не знаю. Извини. А что это значит? Да это какая-то азиатская бессмыслица. Кстати говоря, отличная вечеринка. Спасибо за приглашение. На здоровье. Как я могла тебя не пригласить? У нас с Максом дома очень много его картин. А, вот это, да? Ну да. Именно. Да. Искусство, бизнес. Все это переплетено невидимой нитью. Одно тянется к другому. Не помешаем. Люси, ма шери. Привет. Я счастлива тебя встречать. Я завтра иду к Титаник. Ты меня проводишь? Да. Merci. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вынужден откланяться. Людмила, я... Может быть... Через два дня улетаю в Непал. Мне бы очень хотелось с вами повидаться до этого. Так сказать, обменяться энергетическим опытом. Может быть, завтра? Я завтра никак не могу, простите, работу. Да, я слышал, что вы работаете в полиции. Ну, ничего, как-нибудь в другой раз. Приятного вечера. Эдуард Борисович... Простите. Ты смотри, как Эдик при виде тебя прямо растаял. У него прямо, я вижу, карма прочистилась. Ты ревнуешь, мой наму?
Четверочка, приведи друга, получи скидку. Осталось 3 дня. Спасибо. Антонов с Егорами выгнала. А про Анапис ты сам расскажешь. Что это? О, Люсенька, доброе утро. Здравствуйте, Клавдия Венедиктовна. А что вы здесь делаете? Я вас дожидаюсь. Вы знаете, я очень поговорить хочу. Давайте я вас сейчас на отделение допрошу. Садитесь, садитесь. Хорошо. Лиза, ты меня поразила в прошлый раз просто вообще. Как у тебя так получается? Да, я сама не понимаю. Просто иногда вижу, что происходило с людьми. А будущее можешь предсказать? Случается. Но реже. Как же я тебя завидую. Вот напрасно. Правда. Это совсем непросто. А так о чем вы хотели поговорить? А, только Сережа меня не выдавай, пожалуйста. Мне категорически запретил с тобой разговаривать. Почему? Потому что у него на это причины есть. Он несколько лет назад ездил каждый год в командировку, а в летнее время на целый месяц. Я говорил, что в Москву. Но у меня подозрение, что у меня есть любовница, и он ее на юга возил. Я тогда так разволновалась, просто даже к одной ведьме хотела на прием пойти. Ой, прости, пожалуйста. Ничего, нормально, я привыкла. Ну, вот сейчас тоже вечерами где-то пропадает. Ну, у нас работа такая, мы часто задерживаемся. Угу. А мне кажется, у него любовница, и шляется он к ней. Слушай, можешь посмотреть, ну, этим своим третьим глазом? Я не уверена, что у меня получится. Получится, обязательно. Я тут кое-какие вещи взяла, которые ему тогда принадлежали. Вот телефон его старый, держи. Там еще в сумке на заднем сиденье рубашка, трусы, носки. Нет, телефон достаточно. Ага. Да сам козел! Господи, как у вас в Москве здесь ездят, а эти каршеринги и таксисты просто сволочи какие-то. Я тебя не сбила? Нет. Молчу. Не было никакой любовницы. Сергей Александрович, правда, приезжал в Москву, у него были разные встречи, но контакты были исключительно деловые. Фух, ты у меня прям камень с души сняла. Слушай, я тебя вот где-то здесь выкину, ладно, чтобы, да, чтобы да, не да. светиться перед отделением. Хорошо. И ты меня, Сереж, не выдавай. Людмила Сергеевна, задержитесь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Людмила Сергеевна, расскажите мне, пожалуйста, что было нужно от вас, моей супруге? Откуда вы узнали? Дело в том, что вашими способностями я не обладаю. На метле не летаю. Но приложение в мобильном телефоне показало местонахождение ее машины. А ваш адрес мне прекрасно известен, вот и все. Ну, хорошо. Знаете, ее очень интересовало, была ли у вас любовница в Москве, пока вы уезжали в командировки. И что вы ей сказали? Правду. Не было. Она мне чертовски ревнива. Что самое удивительное, не имеет на это никаких оснований. Здравия желаю. Здравствуйте, Люся. Доброе утро. Доброе утро, товарищ полковник. Привет, Люся. Мариночка, как ночь провели? Ну как? Истерика. Успокоительные, кофе, сигареты и снова. Истерика успокоительная. Честно говоря, никогда не думала, что опытная психологиня может быть такой истеричкой. Они что же люди?
Ну да. Ну да. А я слышал, что женщины в основном поступают на психологию, чтобы решить свои психологические и душевные проблемы. Пойдемте работать. Нас сегодня ждут великие дела. Оль, Саня, мы уже видели твой ролик, уже обзавидовались. Тут истерика под боком. Да, чувствую, намучаемся мы сегодня. Конечно. Андрюша же ей вчера все в красках расписал по каждой жертве. Мальчик умненький, прозорливый. А чё я? Она ж психолог. Как начала вопросы задавать, ну я и повелся. Смотрит на меня, улыбается, мол, давай, давай. Ну, я и дал. Её как заколбасит, я сам чуть не обделался. Это к ней осознание пришло. Катарсис. У нас есть чего пожрать? Он же мог убить меня в любой момент. Милая моя, ну не убил же. Не убил. Играл как кошка с мышкой. Я даже ничего не поняла. Не заподозрила. Вы не волнуйтесь, Марина все время будет с вами. И наши сотрудники тоже будут вас прикрывать. Все будет хорошо. Алексей Иванович так говорит, значит, вы правда будете в безопасности. Но это действительно единственная возможность его остановить. Я знаю, знаю. Если вы его не поймаете, то я буду сама всю жизнь оглядываться. Ты понимаешь, что страшно? Понимаю. Иди сюда. Все будет хорошо. Вот. Вставать, представляться? Не надо. Пошутили? Хватит. Шутки в сторону. Вик согласилась сотрудничать с нами. Только в том случае, если Марина будет находиться рядом с ней. Ей так спокойнее. Угу. Хорошо. Я считаю целесообразным представить к ним еще одного нашего сотрудника. Хорошо будет сделано. Ибо преступник крайне осторожен. Я думаю, он найдет возможность восстановить наблюдение за входом в салон. А там в салоне есть возможность сотрудникам войти с черного входа? Так такая же возможность может и у преступника быть? Мы это предусмотрели. Так, фоторобот распространили? Нет, боимся, что кто-нибудь из ППСников его спугнет, залежет на дно. Хорошо. Теперь, что касается телефона, с которого он пытался позвонить Виктории. Телефон пока выключен, но вот провайдеры сотовой связи предоставили нам девайс, благодаря которому можно отслеживать в реальном времени. Интересно. Так он так может любой телефон отследить? Да. Не-не-не, этот надо вернуть в конце операции. Пожалуйста. Надо нам такой же заказать в отдел. Сколько человек будет задействовано? 9. Нет. 10. А со мной? Людмила Сергеевна, сейчас вы едете ко мне домой. И спокойно сидите и ждете меня с Цезарем. Леш, можно я с вами? Нет, нельзя. Главное, чтобы каждые полчаса приходила смс. Алексей Иванович, у меня все хорошо. Можно хотя бы Леша, у меня все хорошо? Нет, нельзя. Только Алексей Иванович. Так? Да. Все. Ага. Давай, давай. Давай. Давай, все, все. Пока. Так, вроде все рассчитали правильно. Андрюх, раздражает. Как-то я разволновался, Иваныч.
Гражданочка, а вы куда? Мон генерал Кораблев предвкушает встречу со мной. А что у нас с наружкой? Уже 2 часа там. Пока ничего подозрительного не замечено. Угу. Иди давай, бери Марину, Вику и на точку. Угу. Хорошо. Оружие проверьте. Андрюх, реально раздражает. Его нет, он на задании. В смысле? Нет, он не обещал. Я его не ходить. Ты представляешь, какой для «Титаника» шанс выслужиться? Только принял командование и тут же поймал маньяка, который годами город терроризирует. Сразу грудь в орденах, телевидение на куски разрывает. Министерство руку жмут. Учись, студент. Он генерал? Месье Кораблёв, о-ля-ля! Вы похожи на Рэмбо! Можно я делать один фото? Элен, а что вы здесь делаете? Интервью, месье Кораблёв. Элен, позвольте. Помнится, в прошлый раз я дал вам интервью, но вы выставили меня не совсем в приличном свете. Это только потому, что вы заслуживаете еще больший свет. Отдельный сюжет, мон генерал. Я рассказывать о вас, мой шеф, и он жаждет, чтобы выдавать большое интервью про большой мужчина на большой первой полосе. Вы меня извините, но в данный момент я не готов давать. Честь имею. Вы идти поймать бандит. Тихо, тихо, только не надо так кричать. Да, мы сейчас занимаемся над спецоперацией по поимке страшного маньяка, который держит в страхе всю Москву. И именно я возглавляю эту спецоперацию. И... А что стоим? Идем, работаем, работаем, работаем. Это так впечатляюще. Можно я делать вам фото? А говорить мы потом, когда вам удобно. А сейчас фото. Один. Маленький фото. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Что стоишь? Иди отсюда! Иди отсюда! Ну? Да? Одно фото можно. Ну, только одно, да. О! Служа закону, служу народу. Это идеальный фон. А где начальство? Прихорашиваются, наверное. Сань, надо поторопить. Как? Нежно. Ну чего ты, все будет хорошо. Прошу за мной, дамы, за мной. Носик, спинка. Ой, господи. Товарищ полковник, липучка. Что? Липучка торчит. Ой, господи, да это не важно. Вы так красивый. Господи, липучка. Мы вас ждем, там все в сборе. Иди в машину, я сейчас. Элен, мне пора. Прошу прощения, но... Я понимаю, же контрол. Служа закону, служи России. Ну что? Позирует. Французская пресса. Нашел время. Всем внимание! Операция «Кобра». Извините, Лен, служба. Покажите им Кузькину мать. По машинам! Да. Потонем мы с ним. Ладно, поехали.
Вика. Вик, ты как? Понятно. Смотри на меня. Посмотри на меня. Все будет хорошо. Ты заходишь, как обычно, мы зайдем через черный ход. Да? Да. Поняла? Давай. Ключи. Эть, ты молодец. Давай, я с тобой. Как-то все гладко получается. Бегал от нас, бегал. А сейчас прям сам в сети идет. Может, это не он? Подражатель? Мы же про него вообще ничего не знаем. Да не, он. Слишком много подробностей в мелочах. Дьявол, он кроется в деталях. Противоударные? Ну, конечно. Давай проверим. Нет. Алексей Иванович, а Люся правда уволится? Да, не. Завтра заявление заберет. Титаник отдаст? Ну, а куда он денется? Он же Титаник. Суета и паника не спасут Титаника. Товарищ полковник, телефон объекта включился. Геолокация определяется? Да, движется в нашем направлении. Боюсь, только очень далеко. К 8 часам не успеет. Только что был звонок, объект опаздывает на час. Ждем. Может, оперативную группу навстречу выслать? Нет, спугнем. Полковник, объект меняет направление. Ну, я вижу. Куда движется? В противоположном направлении, по проспекту Мира, в сторону области. Черт. А что так медленно? Видимо, на общественный транспорт сел. Да. Теряем его. Теряем. Так, всем внимание. Объект уходит. Марина и... Алексей Иванович, оставайтесь на месте. Я с группой следую за объектом. Гони на... Проспект Мира. Да.
Вот, Цезарь! Иди ко мне, мой хороший, иди ко мне. Ну, как ты тут? Соскучился? Вот так, вижу. По хозяину истосковался. Ботинки не трожь. Фу, они невкусные. Лучше с тобой что-нибудь вкусненькое поедим. Но сначала погуляем. Цезарь! Фу! Да, погуляем? Давай. Погуляем, а потом... Извините. Ну что, где? Вот. Что вот? Вот. Давай. Оп, оп, оп. Все, молодец. Сидеть. 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 Ну вот. Во. А? Это же не он, это она. Ну да. Женщина, кто секундочку. Вы? Извините. Будьте добры. Прошу. Сумочку. Что вы делаете? Я полицию вызову. Спокойно. Мы уже здесь. Заработал что-нибудь вкусненькое, да? Проголодался, собакин. Пойдем, пойдем. Лапу мыть, пойдем. Откуда у вас этот телефон? Это не мой телефон. Мой вот... вот какой. Ну что, нагулялись мы с тобой, да? Аппетит разыгрался. Сама так проголодалась. Давай посмотрим. Ничего не видно. А, Людмила? Сергеевна? Эдуард? Борисович. Здравствуйте. Здрасте. А Алексей Иванович? Цезарь. У него нет дома, он на работе, а вы к нему? Да мы соседи. Тише ты. И я по поводу батареи зашел. Куда ты, Цезарь? Простите, пожалуйста, я его уведу. Простите, сейчас я его... Цезарь, что ты занервничал? Давай, 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 здесь посиди. Простите, разнервничался с хозяином. Я говорю, мы соседи, я по поводу батареи. У меня батарея холодная, может, у него тоже понять, где пробка воздушная образовалась. Вы соседи? Бывает же такое. Да, ну все мы соседи. Ну, проходите. Не придет он. Не придет. Чего? Не знаю. Чувствую я. Обманывает. Да. Дьявол, он в деталях. Слушайте, а может по пути сюда он цель поинтереснее заприметил? Ну, у них же у маньяков. В голове-то там все набекрень. Смешно. Группу вызывай. Люся, ему нужна Люся. Как ты говоришь, на бекрень? Дома она у меня. Срочно едем в машину. Горячий? Странно. Ну, видимо, нам повезло. Да. Людмила Сергеевна, вы вчера интересовались, что означает мое индуистское имя? По типу Потапов. По типу Потата. Угу. Спаситель падших душ. Присаживайтесь. Будешь орать, зарежу. Неужели вы думали, что мне интересна посредственность от психологии? Я был уверен, что эта болтушка поведает обо мне своей подружке полицейской. Ведь я же особенный пациент. С чего вы взяли, что особенный?
Очень даже посредственный. А он вас все равно найдет. Не найдет. Он меня сейчас ищет в совсем другом месте. Тем же интереснее игра, не правда ли? Тело в квартире ищейки, которая шла по моему следу. Ведьма, закончившая свой бренный путь на ложе возлюбленного стража порядка. Согласитесь, задумка великолепная. Удивлены? Я внимательно наблюдаю за вами последние несколько месяцев. Вы восхитительны. Вы станете изюминкой моей коллекции. А вы меня туда как? На ложе? Целиком или по кусочкам? После этого можно будет отправиться на покой. Какие же вы все предсказуемые. Вы же хотели отправиться с ним на задание? Хотели? А? А я знал, что он вас не возьмет. Знал. Тихо! Тихо! Отойди от меня! Отойди от меня! Отойди! Да это шутка. Я понял. Я художник. Брось кисточку. Брось. А? Да. Вот это хорошо, вот номер. Стой! Нормально? Людмила Сергеевна Некрасова, наша сегодняшняя героиня. Именно благодаря ей нам сегодня удалось поймать опасного маньяка. Операция «Кобра» разрабатывалась лично вашим покорным слугой, ну, еще некоторыми нашими сотрудниками, в условиях строжайшей секретности и дисциплины. Ибо даже у стен есть уши. Это не просто клишиновая фраза, это, так сказать, часть нашей профессии. Это рутина, соль профессии. А вам не было страшно? Страх? Вы знаете, я прошу прощения за, может быть, похвальство, но не боятся только киногероя. Мы же из другого теста. Страх – это часть нашей профессии. И снова преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить труд чужой. А? Что? Пушкин. Любовь Сергеевна. Людмила. Простите, Людмила Сергеевна, вы шли на такой большой риск, но что-то могло пойти не так, и... Я повторяю, операция «Кобра» разрабатывалась лично мной и была рассчитана по секундам. Поэтому случайностей быть не может. Лёш, спасибо тебе большое. Я бы не простила бы. Спасибо. Я и не знала, что вы такой. Какой? Надежный. И спасибо за Люсю. Было бы ужасно, если бы ее вместо меня. Все нормально, девчонки. Слушай, я, конечно, стерва, но... Я правда не хотела, чтобы... Все нормально. Прости меня. Идите сюда. Пошли.
Товарищ майор? Да? Вот, поручаю вам нашу сегодняшнюю героиню, госпожу Некрасову. Хотел подвести, отказывается. Ну, вы же на телевидение повезли, на ток-шоу. Прошу прощения. Да. Товарищ майор. Да. Я понимаю ваше состояние. Я, конечно, не экстрасенс, но в курсе ваших отношений с госпожой Некрасовой. Поэтому поспокойно. Буду стараться не облажаться. Что? Пушкин. Пушкин – это хорошо. Ну вот как-то так. Перо и пистолет.